Ну, это такой новый тренд, то есть хейтеры в фигурном катании, когда пишут разные гадости, выводят из состояния равновесия душевного спортсменов. Но мне кажется, что просто у Медведева, поскольку у Медведева и более развитые соцсети, и она, в принципе, давно достаточно уже на топе в фигурном катании, Загитова все-таки сравнительно недавно, у нее второй сезон всего лишь. В взрослом катании, просто физически людей, которые пишут и знают о Медведевой, несколько больше, чем Загитовой. То есть вот еще перед прошлым чемпионатом Европы мы делали подборку о том, у кого сколько подписчиков в соцсетях. Там просто сопоставимые цифры были. То есть и Медведев, в принципе, активнее себя там ведет. И, скажем так, интереснее ее кусать. То есть она так открыто говорила о том, что ее это задевает, что она там уже вышла из всех соцсетей и ведет вместо нее соцсети «Бородатый грузин». В общем, как бы можно понять эту ситуацию. А, ну, это для кого как? Для кого-то там просто какое-то отсутствие восхищения в соцсетях задевает, и после этого человек не в состоянии выступать нормально. Кому-то очень жесткие вещи пишут, и они нормально себя чувствуют. То есть это все индивидуально. Я бы не стал говорить о том, что хейтеры сильнее бодают Медведева, чем Загитову. Мне кажется, что это все очень относительно.